тот год лебеди 7 штук плавало, а этот год не видел я зимой, чтобы они плавали. Не то улетели, не то. Никакой диверсии нет за счет резкого потепления, за счет поднятия температур половодье было освещено раньше по сроку, и это был больше напор воды. Мало того, подрядчиком по согласованию с администрацией, как администрация докладывала на Павловского района, был осуществлен регулированный водосброс, за счет чего ниже по течению, ниже есть гидротехнические сооружения, не были негативные последствия для находящихся там жилых домов. Пешки должны были выдержать это. Этот ППР не сработал, проект производства работ, поэтому было принято забивать штатовые ограждения. Как всегда, что и ожидалось, плотину когда-никогда должно было прорвать. Ремонта не было давно, вообще не было. Как в 50-каком-то году, в 49-м ли ее построили, вот она до сих пор существует.